С вами Анна Троян, в эфире «Афиша», а значит, выходные уже близко. Да, зима совсем не радует нас снегом, но не беда. Я знаю, как вас занять и без него. 2020-й високосный, а это значит, нас ждет еще больше дней, а следовательно, больше возможностей. Год обещает быть насыщенным, именно поэтому «Орбита» предлагает создать своими руками календарь счастья. Благодаря «Космополису» у нас получится сплотить всех членов семьи и, конечно же, насладиться каждым счастливым мгновением 2020-го. В этом нам помогут интересные подсказки на каждый день. Бери с собой, друзья, и отличное настроение. Мы ждем вас в 14:00 в субботу. А еще в этот уикенд отмечаем День студента. Я считаю, это главный праздник тех, кто сейчас проживает лучшее время. Поверьте, в КДЦ «Союз» для вас, господа студенты, устроит развлекательный интеллектуальный вечер. Приходи повеселиться с одногруппниками, заодно поиграете в настольные и компьютерные игры. А на Наташинских прудах можно отпраздновать на свежем воздухе. В программе вечера настоящая студенческая вечеринка, музыка, море танцев и, конечно, позитива. Тебе нельзя такое пропустить. Воскресенье. Высыпаемся и вперед просвещаться. В торговом центре выходной организуют школу первой помощи детям. На 4-часовом бесплатном занятии для родителей и педагогов инструкторы научат, что делать, если с ребенком случилось ЧП. Занятия проходят на специальных тренажерах-манекенах, а за участие каждый получит сертификат. Это важно знать каждому, поэтому обязательно приходите. Такими будут эти январские выходные. Не сидите дома, ходите в кино, гуляйте и каждый день делайте шаг к своей мечте. С вами была Анна Троян. Пока-пока.